Всем привет! Сейчас мы путешествуем по городу Коломне. И вот тут есть замечательный, симпатичный памятник. Называется памятник Водоаузу, который сделал коломенский кузнец Антон Якушев. Вот, очень забавный, красивый, симпатичный, кованный памятник. Лицо Водоауза, кстати, очень похоже на лицо Якубовича, вот, ведущего программу. Поле чудес. Вот, ну, что еще можно сказать? Просто красивый памятник. И хочу напомнить, что цена ведра воды раньше была 2 копейки. Ну вот, памятник расположен как раз на том месте, откуда бралась вода для снабжения водой города Коломна. Вот так вот. Все, пока. Всем привет. Будете в Коломне, обязательно посмотрите этот памятник.